Благодійний фестиваль «Мама плюс я» – це одна із традицій міста Дніпро. Він завжди відбувається у вересні, вже багато років, буде і цьогоріч. Організаторка фесту Наталія Сивак сьогодні наша гостя. Тож дізнаємось, які плани на вересень 2017 року і чому виникла необхідність говорити про фестиваль майже за 3 місяці до його початку. Добрий вечір, наші гості. І так, чому же так рано починаємо говорити о будущем фестивалі? Потому что фестиваль является волонтерским проектом, проектом фонда «Мама плюс я». В нем принимают участие меценаты города, Украины, зарубежья. То есть фестиваль имеет значение народного фестиваля. Конечно, нам нужно время для того, чтобы собрать средства на проведение, на обеспечение всех нужд, на приобретение всех необходимых вещей для проведения фестиваля для детей-сирот. Поэтому мы говорим заранее, чтобы было время у наших меценатов принять правильное решение и поддержать фестиваль. Поэтому за 3 месяца мы об этом говорим. Давайте для тех, кто не знает содержание фестиваля, для чего он проходит, для кого, что там происходит? Фестиваль проходит для детей-сирот разных направлений всех социальных учреждений. Это детские дома семейного типа ДДСТ, это приемные семьи, это интернатные заведения, реабилитационные центры, бывшие приюты, это дома-малютки. То есть все категории детей-сирот принимают участие бесплатно в нашем фестивале. Цель – самореализация талантов детей. Возможность ребенку-сироте абсолютно бесплатно на абсолютно любом уровне проявить свои таланты и получить поддержку и признание шефства и дальнейшее развитие талантов. Плюс, ко всему прочему, это возможность всем им пообщаться. Это 3000 детей, а порой и 4, которые собираются, и родители, это и психологи, и помощь в профориентации. То есть это действительно огромный праздник, на сегодняшний день единственный по такому формату и значению в Украине. И в этом году впервые мы расширяем горизонты, мы получили статус фестиваля «Мама плюс я» национальный. В этом году нас поддерживает Нацрада, и нам дали уже статус социального направления в Украине, что приятно особо. И нас поддержал город Запорожье, город Харьков. И в этом году мы проводим фестиваль 3 дня. А что это дает? Есть какие-то дополнительные средства? Я не знаю, там, что? Какой? Это дает возможность... Поддержка-то да. Это дает возможность детям города Харькова и города Запорожья тоже получить такой же праздник и такую же поддержку в их городах. Потому что в нашем фестивале на протяжении 10 лет принимали участие только дети города Днепра и Днепропетровской области. А Нацрада? Она... А Нацрада дает нам возможность, так сказать, поддержки и обращение к властям за помощью. Мэрия города Запорожья на сегодняшний день дала нам поддержку в 80% из этих пунктов. И завтра у нас большой форум в городе Запорожье со всеми социальными службами по нашему фестивалю. Что нам скажет город Харьков, мы еще не знаем, но они подтвердили, что они будут проводить это мероприятие. Ну, а город Днепр традиционно проводит фестиваль при поддержке меценатов. И в этом году, вот я пришла сегодня с вот такими вот солнышками, хочу обратить внимание всех жителей нашего города и Украины. Если вы будете видеть вот такие вот солнышки на кассовых аппаратах, общепита, кинотеатров и других каких-то местах, вот эти солнышки – это ваша помощь, ваша лепта в поддержку фестиваля. Вот такая вот акция будет существовать во всех городах Украины, я надеюсь, в Днепропетровске, с помощью небезразличных людей и меценатов, которые помогут нам разрешить провести эту акцию в своих заведениях. Что в этом году будет? Все традиционно, что-то новое? Нет, новое. Не все традиционно. Будет новое. Во-первых, мы не допускаем к регистрации тех детей, которые уже принимали участие. Мы хотим, чтобы принимали участие новые дети и реализовывались новые дети, и раскрывались новые дети. Поэтому, если больше работы добавилось у логистов, которые занимаются непосредственно концертами, праздниками, футбольными направлениями и веселыми стартами, то есть там, где принимают участие непосредственно детки, мы будем смотреть, те дети, которые принимали участие в прошлом году или позапрошлых годах, не будут допущены. Мы хотим, чтобы принимали участие новые дети. И тематика творческих выступлений, творческих конкурсов – это тема детства, детские мультики, детские мультфильмы. То есть это то, что изменилось. А что они делают на творческих? Они поют, они танцуют? У нас 4 направления. Направление творческое предполагает выступление вокал, хореография, разговорный жанр.
Направление прикладного искусства – это картины, работы, которые сделаны руками детей. Они должны принести, да? Да, ну не все же дети танцуют и поют. Кто-то, допустим, умеет красиво что-то делать руками. Бисер, возможно, вышиванки, возможно, картины. И направление спорта. Два направления – это веселые старты и футбол. Сколько лет проходит фестиваль? В этом году уже 11-й год. 11-й год. 11-й год, да. Ну, это срок уже, да? А сколько, вот вас постоянные люди вам помогают или радуют каждый год новые желающие? На самом деле помочь фестивалю можно не только материально. Вот, например, мы нуждаемся в волонтерах. Вот сейчас у меня есть 4 направления. Это футбол, это гуманитарная помощь, это работа с меценатами, где у меня 3 открытые, очень важные волонтерские вакансии, и мне очень нужны грамотные люди, которые могли бы взять... Зовите. Зову, приглашаю всех людей, которые умеют работать с людьми, с детьми. Очень нужны специалисты для того, чтобы нам помочь. И здесь нам не нужны деньги. Мы сами готовы отблагодарить за труд, за работу, но нам нужны люди, открытые сердца, люди, которые будут это делать с любовью, будут с удовольствием это делать. Ну и, конечно же, в день фестиваля нам нужны волонтеры. Это порядка 100-150 человек, которые будут встречать детей, водить по территории, помогать их обеспечить питанием, гуманитарной помощью, ну и так далее. То есть там целая достаточно сложная работа, и поэтому мы ждем как и меценатов, чтобы закрыть перечень нужд, которые у нас есть на сегодняшний день, также мы ожидаем и людей, которые нам помогут как люди, как человеческий ресурс для того, чтобы провести фестиваль непосредственно в организации и в самом проведении фестиваля. Что вы считаете вот результатом фестиваля? Ну, я понимаю, что дети выступят, они получат хорошее настроение, заряд, какие-то возможности. Я сейчас объясню. Да, вот возможно, кто-то звездой становится, да? Смотрите, или семью находит в результате. Установление всегда происходит после фестиваля, потому что присутствуют меценаты, присутствуют волонтеры, присутствуют аниматоры, которые видят детей. Потом мы встречаем, ага, приходит уже волонтер с маленьким ребенком, где ты его увидел? Да. А вот я в прошлом году работала клоуном и усыновила ребенка. Не единичный случай, это раз. Два. Дело в том, что не всех детей усыновляют, особенно подростков. У них мало шансов на усыновление. Но они же должны выйти здоровыми и полноценными детьми. Фестиваль «Мама плюс я» – это площадка для самореализации ребенка-сироты. Это площадка. То есть больше, по сути, он нигде не может себя проявить. То есть уговорить детей что-то делать очень сложно. Но когда они приходят на фестиваль, есть же часть, которая не выступает, а просто приходит посмотреть. И когда они видят, когда их сверстники выступают, их поддерживают, аплодируют, вручают кубки, медали, дипломы, да еще и ценные призы. Возвращаясь в детский дом, не одиножды нам перезванивали директора и благодарили, что мы таким образом простимулировали. Да, они не могли убедить, они не могли уговорить. Ну, не получалось, просто да, не получалось. А здесь они увидели, зачем им это делать. И уже у него есть выбор. Бомж, тунеядец и прочее, или какой-то развиваем талант, идем на кружок. То есть хорошая мотивация, хорошая самореализация. Мы сами к этому пришли, потому что начинался фестиваль просто с праздника, и мы развлекали детей. А за годы он принял другую форму, и теперь выступают только дети. И везде только дети. И мы им даем возможность себя проявить. И мы их поддерживаем в их проявлении, даже если это где-то не совсем идеально. И они верят в том, что они талантливые в своих направлениях. И они продолжают развивать это направление. Они продолжают принимать и обретать новые навыки, новые профессии, новые развивать свои таланты. То есть это очень важно, это основное. Ну и, конечно же, мы оказываем большую гуманитарную помощь. Потому что, ну скажем так, то, что по статистике положено детям в детских домах, оно не совсем отвечает той статистике жизненной, которая существует. Например, мы покупаем вещи, мы покупаем нижнее белье, носочки, например, обувь, да, а, ну, скажем так, установлено на год государством там одна пара носков, 2 пары трусиков на ребенка на год. Ну, скажем так, наверное, все, у кого есть дети, да, и мы все взрослые, понимаем, что это очень мало. Да. Поэтому и гуманитарная помощь, раз, и шефство в продолжении развития талантов, два, и возможность развить таланты, три. Ну и самое главное, это уже непосредственное усыновление, которое также происходит после фестиваля. Поэтому, ну вот, результат есть. Такие моменты мы поддерживаем,
пытаемся продолжать и надеемся, что в городе Днепр тоже пройдет фестиваль в этом году уже 11-й с поддержкой и меценатов, и волонтеров, и властей, потому что, конечно же, очень хочется, чтобы власти тоже обратили на нас внимание и поддержали нас. Угу. Куда звонить, куда обращаться? И как всегда, телефоны те же 789-25-25, городской телефон штаба фестиваля «Мама плюс я», код города Днепропетровска 056. Опять же, можно найти в соцсетях просто «Мама есть плюс я», да? Фестиваль, угу. И там будет полностью информация, как найти, как связаться. Или Наталья Сивак, моя страничка в соцсетях, всегда активна, и я очень активна, с удовольствием буду рада каждому, кто захочет себя проявить в фестивале «Мама плюс я». Ну что, на сегодня все. Спасибо. Пусть вас находят. Спасибо. И пусть вам все пройдет огромное. Хорошо. Спасибо Всего большое. Доброго. Ще раз дякую гості. Наталя Сивак про підготовку до фестивалю «Мама плюс я».